Всем привет, друзья! Сегодня я покажу вам, как приготовить из простых продуктов быстро и очень просто достаточно вкусный и классный завтрак. Начинаем готовить. В тостовом хлебе вырезаем середину. Вот таким вот образом должно у нас получиться. Нарезаем сосиску толщиной 1 сантиметр. Разбиваем 2 яйца. И венчиком их взбиваем. Растапливаем на сковородке сливочное масло. Начинаем готовить наш завтрак на самом медленном огне. Выкладываем для начала 2 вот этих корочки хлеба и закладываем сюда сосиску. Заливаем яйцо вовнутрь сюда, вот так вот, таким образом. Солим и перчим по вкусу. Сверху кладем сыр. И теперь сверху накрываем вот этими кусочками хлеба, которые были вырезаны. И затем переворачиваем на другую сторону. И жарим. Сняли со сковороды, присыпали зеленым лучком. И наш завтрак готов. Пользуйтесь на здоровье этим рецептом. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всем приятного аппетита, всем удачи и пока-пока.